Показано. Добрый день, дорогие друзья. Всем добрый день. И мы продолжаем изучать Тора, Трума, глава Трума. Вот мы ее сегодня заканчиваем. 6-7 день недели. И начать запись. Начать запись. Мы нажали. И включили звук. Все. В Телеграме все записывается. И в Телеграме, в канале Ваикра есть 3 фильма о том, как устроена скиния, чтобы наглядно увидеть и уже точно эту тему этой недельной главы понять. Потому что эта тема очень-очень важная. И смотрите, как идет. Очень идет прям по порядку. Есть 10 заповедей, да? 10 заповедей – это основа всего. Мы получили 10 заповедей в главе Итро. Глава Итро, тесть Моше, Итро, значит, всю жизнь искал Всевышнего. Был он маг и священнослужитель того времени, служил он разным силам, идолам, искал где, что, как, и потом он узнал, что есть Бог, Творец мироздания, и что Бог проявил себя, вывел из Египта еврейский народ, расступилось море, и Итро пришел в пустыню Синай, там, где еврейский народ получал Тору, и тоже присоединился к еврейскому народу, присоединился к Всевышнему. Все, значит, Итро принял Тору, и в этой недельной главе Итро 10 заповедей. То есть, по большому счету, принять Тору, это в 10 заповедях сконцентрирована вся Тора. То есть, это как бы основа божественного договора с народом Израиля и со всем миром через народ Израиля. Народ Израиля – это народ священников. Народ священников, который, как в спорте, да, есть профессиональные тренера, есть профессиональные спортсмены, есть любители спорта. И вот такая же система, она есть в духовной работе. Есть профессиональные тренера, это священники. Они же являются профессиональными, есть профессиональные спортсмены, это те, кто учат Тору, да. Тренера, это те, кто преподают, которые святые люди такие. Спортсмены, которые, есть такое выражение, Тора то уманото, Тора его профессия, он живет этим, да, только этим он живет. И есть любители Торы, которые говорят, да, мы понимаем, как любители спорта, что это круто, это классно, мы в это верим, но мы заняты тем, что мы должны зарабатывать, кушать, есть, пить, и мы, значит, десятую часть, как Каин когда-то сказал, он говорит, дал от плодов земли, типа, да, я Богу уделяю время, вот 20 минут урок Торы, уже отлично, да? Это как бы такой третий уровень. Дальше нам идет глава Мишпатим. Мишпатим – это законы. И говорится, секундочку, законы Торы, Тора и служить Богу – это в первую очередь это взаимодействие с людьми по законам Бога. То есть взаимодействие с Богом, в принципе, это просто, потому что Бог, он читает сердца, и ты, если в Бога веришь, то отлично. А вот с людьми сложно, потому что если тут какой-то человек, который тебя там обидел или что-то тебе сделал не так, и ты сидишь и думаешь, так, что же мне делать? Или мне идти просто вот как сердце мне велит, значит, кто сильный, тот и прав. Или мне про него всем рассказать гадости, или мне почитать, что Бог сказал, что там должно быть по закону, иди в суд, пускай судьи решают, кто прав, кто не прав. Даже если тебе кажется, что ты 100 раз прав, а может и нет, да, может быть, оно же кажется, ты со своей стороны смотришь. Насчет рассказать кому-то про то, что какой он плохой, да, лошона раз, сплетни, то есть, может, тоже не стоит рассказывать. И так далее. Это мы выучили глава Мишпатим. И потом началась глава Трума, которая нам рассказывает о том, как построить святилище для Бога, Мишкан, то есть это место, в котором присутствие, божественное присутствие, и как с Богом установить вот этот вот контакт через инструменты святости. Да, есть очень такие святые инструменты, и вот это все было в Мишкане. Вот мы изучаем. Был в начале ковчег, святая святых, такой ковчег завета. Там лежали, скрижали вот эти 10 заповедей. И это как мозг человека, как душа человека, как его интеллектуальный механизм, которым мы как раз и обозначаем себя. То есть кто такой человек? Человек это тот, кто реагирует на то, что с ним сейчас происходит.
И в этот момент проявляется человек. То есть, если мы спросим, а какой Александр, например, Ермоленко или Наталья Грицюк, какие они? Смотря когда, они, значит, утром один, днем другой, вечером третий, 10 лет назад четвертый, 5 лет назад пятый, через 10 лет вообще будет кто-то другой. А как он себя проявляет? Смотря с тем, спросишь одного, да он добрейший человек, спросишь другого, злейший человек, спросишь третьего, то он вообще молчит всегда, да? То есть каждый из нас проявляется с другими людьми, какой-то гранью своего вот этого вот себя. И получается, что вот этот вот святая святых, ковчег, на котором есть скрижали, и это все там крувим, оттуда раздается голос Всевышнего. То есть люди, так как человек создан по образу и подобию Бога, то главный инструмент божественный в человеке – это его интеллектуальный и речевой аппарат. То есть то, что человек может осознавать, понимать, говорить, это и есть божественное проявление в человеке. Да? Значит, вот мы дошли до шестого. Дальше мы изучали три главных самых святых инструмента, которые есть. Это менора, это стол, на который клали хлеба, и жертвенник для воскурений. Это три главных инструмента, таких, которые были вот в самой святой части. Потом было то, что ограждало, такая была из столбов, такой как стояли, сколько получалось столбов? 20 столбов с одной стороны, 30 локтей была длина вот этого помещения, да, мешкана, 30 локтей была на 15 метров, и 10 локтей ширина была, да, 5 метров. И она была разделена, то есть получается 30 на 10, а тут было 10 на 10, на 10, была такая перегородка. И вот это вот куб 10 на 10 на 10 локтей, там был ковчег с крувим, а 20 оставалось на 10, там стояли три вот этих вот предмета. Светильник, маленький жертвенник золотой для воскурений и стол для хлебов. Теперь, сейчас мы дошли до того, что нам рассказывается о четвертом предмете, который был очень такой святой предмет. И помните, есть метафоры, сравнивают вот этот мешкан с человеком. И вот этот четвертый предмет, который сейчас мы будем изучать, жертвенник, большой жертвенник, на котором сжигали животных. На какую часть человека он похож? Какая часть человека сжигает животных? Кто знает? Кто первый ответит? Какая часть человека сжигает животных? Да, какая часть в теле человека сжигает животных? Какая? Ну вот если подумать, что в человеке, куда мы засовываем животные, которых желудок, правильно говорит Татьяна, желудок. Желудок в человеке, да, он сжигает ту пищу, которая в него приходит. Теперь «Ваасита амизбеах ацей шетим». Сделаешь деревянный жертвенник, он будет уже стоять за пределами этого мешкана, его будет, значит, длина хамешамот 5 локтей, то есть 2,5 метра, длина и 5 локтей ширина, он 5 на 5, и значит 3 амы высота. Но устная Тора нам добавляет, что его высота была не 3 локтя, а его высота была 10 локтей, а 3 локтя это была какая-то его часть, особая важная часть. Как желудочно-кишечный тракт, правильно, что желудок, он же тоже не только желудок. Там у человека кишков внутри там десятки метров. Значит, ваасита, и сделаешь ты на краях вот этого, представьте себе, 5 локтей на 5 локтей квадрат. Сделаешь на краях как рога такие, с четырех сторон выступы. И покрой его все это медью. Нужно было покрыть толстым слоем меди, потому что на этом жертвеннике горел огонь. Если на нем горит огонь, а внизу он деревянный, как же он выстоит? Поэтому там была очень какая-то сложная конструкция, и, значит, покрыть надо было все его медью толстым слоем. Васита сиротав, и дальше описываются всякие
инструменты, которыми на нем, там были совочки для углей, совочки для золы, какие-то крючочки, чтобы переворачивать мясо, которое на нем сгорало. Пока про жертвоприношение не написано, что и как делать, это будет дальше. Значит, сделаешь медную решетку, какая-то должна была быть медная решетка еще на нем. И, значит, целая такая описывается конструкция. Желудок человека тоже удивительная конструкция. То есть, как это так? Мы сюда себе в рот засовываем и растения засовываем, и, значит, мясо засовываем, и яйца засовываем, и там, что мы еще засовываем, что человек ест? Фрукты засовываем, овощи засовываем. Все мы туда, значит, в одну дырку пихаем, и оно все проходит, и внутри на каждый же вид пищи есть какие-то разные ферменты, оно там по-разному переваривает их. Это вот большая, огромная тайна, как работает желудок. И метафора этого, это был вот этот вот жертвенник. Значит, и дальше нужно было, там, у него на боках были специальные кольца. В эти кольца вставлялись шесты. И, значит, его несли, этот жертвенник, когда они переходили со стоянку на стоянку. Весь этот мешкан, он был разборной, как конструктор Лего. Каждая деталь подходила к другой. Его очень быстро могли разобрать, надеть и, значит, и перенести. Дальше. Дальше разобрались мы с этим жертвенником. И теперь нужно было теперь сделать, значит, двор. Теперь этот двор, который был вокруг этого всего, значит, двор был очень большой. Какого размера был, значит, двор? Он был размером 100 локтей, то есть 50 метров был в одну сторону двор. И, значит, на вот этих вот 50 метрах, то есть 100 локтей, стояло над нем 20 столбов, и была натянута белая льняная ткань. Представьте себе, 20 столбов такие, натянута на них белая льняная ткань, полотнище такое. Сейчас мы разберемся, почему белая льняная. И эти вот столбы, они были воткнуты в медные такие основы, а основы были воткнуты в землю. И там еще были серебряные какие-то наконечники, обручи и так далее. Значит, я фильмы вам дал, там в фильмах все подробно рассказывается, можно будет увидеть. Теперь дальше. И на медных крючках висела вот эта белая льняная ткань. А ширина этого двора, она была 50 локтей, то есть 25 метров. И на ней было тоже 20 столбов. Значит, 50 локтей, 20 столбов. Это сколько между каждым столбом? 2,5 получается локтя. Сейчас, секундочку. Верохова хацер лептем клаим. Хамиши мама, 50 локтей. И было 10 столбов. Во, неправильно я сказал. Значит, каждые 5 локтей стоял столб. Представьте, 100 локтей, вот так вот длина двора. И каждые 5 локтей стоит столб. И ткань. Натянута белая ткань. Значит, Масах Исримама Тхерет Варгаман, а на входе этого двора получалось так, что был еще, вот смотрите, это квадрат, прямоугольный такой двор. Значит, тут у нас 50 локтей, 10 столбов, там у нас 100 локтей, 20 столбов, каждые 5 локтей. И посередине белой ткани нет. Вместо белой ткани это как ворота такие, да? Значит, это хамеша мод шеш махзор в этот день находит леколь клея мешкан беколя водотав беколя дотав беколя. В общем, дальше написано, что были еще такие как бы столбики медные, которые были воткнуты в землю, чтобы эти полотнища, они, это ж как паруса получается. Кстати, интересно, что эти полотнища, они были с дырками, потому что если ветер дует, то унесло бы весь мешкан и все эти столбы унесло бы вообще ветром. Но там было все продумано, были дырки специально в этой ткани. Теперь, значит, вот мы представили себе этот мешкан. Это модель человека и модель Вселенной. И это из духовного мира как бы идет проекция духовного мира.
И Всевышний пребывает там. То есть вот оттуда идет метафора, что тело человека, оно храм называется, да? И точно так же, если мы правильно к себе подходим, к своему телу, то оно становится храмом для души. А если мы неправильно подходим к своему телу, то тело становится не храмом для души, а какой-то там такой заброшенной промзоной, да? А у тебя тело какое? У меня промзона. А у тебя какое? У меня, значит, там, например, у меня в салон красоты. А у тебя? У меня храм. То есть у каждого человека тело, ты его можешь рассматривать как... Знаете, есть известна вот эта вот метафора, когда трое носили камни, и один ходил очень грустный, второй средний, а третий прямо был вдохновленный и летал. И когда их спросили, чем вы занимаетесь, один сказал, который был грустный, я, говорит, таскаю тяжеленные грязные камни, вот чем я занимаюсь. Второго спросили, а ты чем занимаешься? Они работали на стройке втроем. Второй говорит, а я зарабатываю деньги, я занимаюсь работой для заработка денег. То есть он относился к этому по-другому. А третьего спросили, а ты чем занимаешься? Он говорит, а я строю храм, причем не обязательно, что он в этот момент строил храм. Если он отдает деньги на святое, то вся его работа является строительством храма. То же самое тело. Если ты к своему телу относишься как просто как, ну, как мусорка, да, которая, ну вот, лишь бы не болела, а там уже как сколько проживет, столько проживет. Это одно. Второе, если ты относишься к телу как к основе всего, да, что прямо тело это основа, это другое. Третье, когда ты говоришь, тело это как мешкан, как храм присутствия Бога, да, то есть теперь разберемся в символике. Есть белая ткань, которая окружает, это была льняная ткань. Это символизирует, так объясняет Рав Шимшон Рафаэль Гирш, символизирует питание человека и его взаимоотношения, семейная жизнь, да, законы семейной чистоты. То есть они должны быть белые, чистые и аккуратные, да, то есть нужно здесь быть чистым, как белые льняные одежды, это символ чистоты. Дальше он объясняет, значит, насчет жертвенника, это видел в другой книге. Вот этот большой жертвенник, на нем приносили в жертвы три вида животных. Был бык, был баран и был козел. Вот это вот три животных, которые живут в каждом человеке. Бык, баран и козел, значит. Бык это такой был золотой телец, да, это такое животное, которое это эго человека. Это его я, которое говорит, что я здесь в этом мире хозяин. То есть это отрицание Бога, это бык. Значит, баран, это тяга к удовольствиям этого мира, слава, значит, удовольствие и так далее, это вот такой вот баран. И козел, это символ козлик, символ чего? Символ упрямства, в жестокости, злости и так далее. То есть козел, он такой считается, ну, прямо когда человека хотят обидеть, ему говорят, ну, ты козел, вот ему говорят. Вот такой козел живет в мини, в каждом из нас. Баран, это такой вот баран, значит, и бык живет в каждом из нас. И это приносили в жертву, чему приносили в жертву? Духовности. И есть высшие уровни. Дальше мы заходим в, вот в этот мешкан, и там есть высшие уровни. Минора, это символ знания Торы, да, то есть учение свет, да, Тора это свет от Всевышнего, который освещает все аспекты жизни. Воскурение это жертвенник, не помню, что он обозначает, и лехем по ним хлеба, это твое взаимоотношение, я так понимаю, с материальным миром на уровне, что ты создаешь какую-то пользу, насколько ты честно работаешь, насколько ты отделяешь десятину для того, чтобы освещать свою работу и так далее. И дальше ты заходишь в святая святых. Это уже ковчег, крувим, это душа, духовная душа человека и его взаимоотношения с его душой. Там идет как раз молитва, там идет в личные твои взаимоотношения с Богом. Это идет как раз ковчег святая святых. И во всем этом внутри лежат скрижали, на которых Всевышний написал 10 заповедей. Если ты живешь, и эти 10 заповедей являются сутью тебя и сутью твоего мышления, тогда ты с Богом в прекрасных отношениях, ты один. Ты с Ним одно целое. И написано как раз на скрижалях «Помни день
седьмой и почитай его, да? И вот мы как раз сейчас приближаемся к шаббату, поэтому я вам хочу сказать шаббат шалом, чтобы было у вас в шалом внутри, шалом в отношениях, шалом в семьях, в мире, чтобы в заслугу того, что мы с вами учим Тору и молимся, чтобы наступил шалом. Самое главное это шалом в жизни, потому что пока идет война, пока гибнут люди, это в принципе сложно назвать жизнью, миром, что-то созидать, творить и так далее. То есть это ужасно. И я вам скажу так, что вот землетрясение, например, да, это тоже следствие войны. Потому что когда идет война, убивают люди друг друга, они показывают Всевышнему, что жизнь человеческая не важна. А если жизнь человеческая не важна, то начинаются потом и катаклизмы такие природные. Поэтому очень важно, чтобы мы молились, чтобы наступил мир. И мир должен наступить, потому что ни одна другая вещь не может являться важнее, чем жизнь человека, чем мир. Все поводы для войны – это выдуманные, страшные вообще поводы. И я очень молюсь, чтобы мир это, люди это осознали, и чтобы война закончилась. То есть я считаю, что это война одного человека, который ее развязал, абсолютно диктатор, который просто на сегодня уничтожает мир. И мы все знаем, как его зовут. Значит, поэтому, чтобы Всевышний этого диктатора остановил. Остановил, потому что ну, все придумано. Все причины для войны, они придуманы. Нет причин для войны. Люди живут, работают, любят друг друга. И если бы власть войны не развязывала, люди бы не воевали. То есть войны развязывают именно вот эти власть имущие, которые заставляют потом умирать простых людей. Это ужасно. Все, молимся, чтобы был шаббат шалом, чтобы наступил мир, чтобы война остановилась, чтобы мы с вами установили мир прежде всего внутри себя и посвятили все свое мышление и желание одному направлению присоединиться к Всевышнему, выполнять его волю, выполнять его заповеди, и чтобы Всевышний нам дал благополучие, здоровье, и все, что нам нужно для хорошей, веселой, счастливой жизни. Все, шаббат, шалом, удачи, успехов. И чтобы этот рок был Лилу Нишама Борух Бен Авраам. И Лерифа Шема Раиса Бат Александра. И вы тоже можете все, что вы делаете в сфере духовности, значит, прямо конкретно молиться и просить Всевышнего, чтобы, когда вы создаете какой-то духовный свет, каждая заповедь это как свеча, чтобы духовный этот свет шел в каком-то направлении конкретно. Все, удачи, успехов, счастливо, до свидания.